Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости моего канала, подписчики. Хочу сегодня с вами поделиться вот таким красивым узором. Я его разрабатывала на основе шахматки. Вот не буду растягивать, вы увидите вот такой красивый, интересный объем. Видите листики? Они прямо сами ложатся, очень интересно смотрятся. То есть это у нас с вами узор шахматка с листиками. Посмотрим, это лицевая сторона. И посмотрим изнаночную сторону. Узор выполнен на основе выпуклых и вогнутых столбиков. Вяжется очень просто, быстро, смотрится очень красиво. Можете его использовать как для изделий, так и для каких-то детских пледов и всего остального. Тут уже как ваша фантазия будет играть. И хочу на чем остановиться. Смотрите, в данном случае я выполнила эту шахматку, и вот эти секции выполнила более квадратными. Поскольку наш листик с вами находится на одной петле, вы ширину вот каждой секции можете выполнять абсолютно произвольно. В данном случае здесь 11 петель и 11. В этом случае я выполнила из 100% мерсеризированного хлопка. И смотрите, получилась шахматка из не квадратов, а вот таких прямоугольничков. То есть 7 петель и 7 петелечек. Вы можете поэкспериментировать и выполнить любое количество в сегменте. Вот в данном случае здесь и здесь любое количество петелечек. 7, 9, 11, то есть желательно брать нечетное, потому что, опять же, ваш листик будет посерединке находиться на одном столбике, на одной петелечке. Переворачиваем, смотрим и приступим к выполнению нашего красивого объемного узора шахматки с листиками. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и, конечно же, писать комменты. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Начинаем выполнение нашего узора с 16 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Выполнили. Я набрала цепочку из 16 воздушных петель. Первый ряд у нас будет ряд столбиков с одним накидом. Этот ряд у нас не участвует в узоре, это подготовительный ряд. Как мы его с вами выполняем? Мы выполняем 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. Накид на крючок. И я ввожу крючок. 1, 2, 3, 4. Очень внимательно в пятую воздушную петлю нашей цепочки. Выполняю столбик с одним накидом. Итак, в каждую воздушную я буду провязывать по одному столбику с одним накидом до конца нашего ряда. Напоминаю, что мы с вами выполнили это предварительный ряд, и в рапорте высоту он не участвует. И переходим на выполнение основного узора. Я выполняю 2 воздушные петелечки подъема и работу разворачиваю. И теперь мы находимся с вами на лицевой стороне полотна. Приступаем к выполнению первого ряда узора, и это первый ряд рапорта высоту. Я выполнила накид, и теперь буду выполнять лицевые или выпуклые столбики с одним накидом. 7 штучек. И считаем. 1, 2, 3, 4,
пять, шесть и семь. Выполнили. Далее мы выполняем 3 вогнутых столбика и считаем. Раз, два, три. Далее один выпуклый и 3 вогнутых. Раз, два, три. И далее мы провязываем полустолбик в нашу воздушную петелечку подъема. Обратите внимание, вот наша петелечка подъема. Мы провязываем полустолбик. Напоминаю, что первая и последняя петли у нас с вами в рапорте в ширину не участвуют. Мы выполнили первый ряд узора. Находимся на лицевой стороне и можем приступить к выполнению второго ряда. Выполняем 2 воздушные петелечки подъема, работу разворачиваем. И мы находимся на изнаночной стороне нашего узора. Выполняем 3 выпуклых столбика над каждым нашим столбиком. В данном случае вот хорошо видно, эти столбики у нас выпуклые по изнаночке. Далее очень внимательно над нашим столбиком изнаночный мы будем выполнять изнаночный столбик с одним накидом. Одна воздушная и еще один точно такой же изнаночный столбик. Смотрите, я вот таким образом захватываю наш столбик и провязываю еще один столбик. Далее 3 лицевых или выпуклых столбика. То есть как по узорчику у нас вот с вами идет все. И далее 7 вогнутых или изнаночных. Обязательно считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. И последний у нас с вами, последний полустолбик во вторую воздушную петелечку подъема. Выполнили. Напоминаю, мы выполнили второй ряд рапорта в высоту. Находимся на изнаночной стороне. И выполняем 2 воздушные петелечки подъема и работу разворачиваем. Продолжаем работу и выполняем третий ряд нашего основного узора. Третий ряд у нас выполняется по лицевой стороне. Накидный крючок выполняем 7 лицевых столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выполнили. Далее 3 изнаночных или вогнутых. Раз, два, три. И далее продолжаем выполнение нашего листика. И очень внимательно смотрите, я выполняю накид на крючок. И над нашим первым столбиком я выполняю один выпуклый столбик с накидом и еще один. Ввожу крючок сюда же и выполняю еще один столбик с накидом.
Далее под одну воздушную петелечку я выполняю 2 столбика с накидом. И между ними одна воздушная. Первый столбик с накидом, воздушная, и еще один столбик с накидом. И над следующим столбиком я опять же выполню 2 выпуклых столбика. Раз и 2. Выполнили. Далее мы выполняем 3 изнаночных. Как у нас с вами прям по рисунку идет. Раз, 2, последний, 3. И полустолбик во вторую петелечку подъема. Выполнили. Мы с вами выполнили третий ряд нашего основного узора, то есть раппорта в высоту в данном случае, и находимся на лицевой стороне узора. Далее выполняем 2 воздушные петелечки подъема, работу разворачиваем, и мы находимся на изнаночной стороне нашего узора и будем выполнять четвертый ряд основного узора. Накид на крючок, 3 выпуклых столбика, 1, 2, 3. И теперь очень внимательно мы будем продолжать вывязывание нашего листика. Над каждым столбиком мы вывязываем по одному столбику вогнутому. И обязательно считаем, смотрите, над первым столбиком, вот он, мы вывязываем первый вогнутый столбик. Далее второй вогнутый столбик. Я разворачиваю, чтобы вы видели. Если, в принципе, вы хорошо видите и понимаете по рисунку, можете не разворачивать работу. Далее у нас с вами над столбиком идет вогнутый столбик с накидом. И в арочку, вот видите, над воздушной петелечкой мы с вами провязываем 2 столбика с накидом. Просто 1 и 2. И с этой стороны листика мы делаем то же самое. То есть 1 вогнутый столбик. Далее. Вот видите, хорошо здесь сейчас мы захватим, видно. Второй. И третий. Выполнили. Далее у нас с вами по рисунку идут 3 лицевых. 1, 2, 3 и 7 изнаночных. Здесь у нас с вами ничего не меняется. 2, 3. 4, 5, 6 и 7 и полустолбик. Напоминаю, мы находимся с вами на изнаночной стороне узора, закончили четвертый ряд, выполняем 2 воздушные петелечки подъема и можем приступить к выполнению пятого ряда. Приступаем к выполнению пятого ряда основного узора и выполняем 7 выпуклых столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее выполняем 3 изнаночных. 1, 2. И теперь очень внимательно выполняем накид на крючок. Я ввожу крючок
под наш первый столбик и выполняю незавершенный выпуклый столбик с накидом. Далее следующий незавершенный выпуклый столбик и общая вершинка. Мы с вами провязали 2 выпуклых столбика с общей вершинкой. Далее считаем 4 выпуклых столбика. Раз. Над каждым столбиком по одному. 2. 3. И 4. И вновь 2 выпуклых столбика. Раз. И 2. И общая вершинка. Далее 3 изнаночных или вогнутых. Раз. 2. 3. И завершаем ряд полустолбиком. Как и ранее. Во вторую воздушную петелечку подъема. Мы с вами завершили выполнение 5 ряда нашего основного узора. Вот видим, очень такой красивый нежный листик уже у нас с вами получается. И работу разворачиваем и можем приступить к выполнению 6 ряда узора. Выполняем 2 воздушные петелечки подъема, разворачиваем работу. Мы находимся на изнаночной стороне полотна и приступаем к выполнению 6 ряда нашего узора. 3 столбика выпуклых. Раз. 2, 3. Далее мы все столбики будем вязать с общей вершинкой. Точнее как, смотрите, мы по 2 столбика. Первый выпуклый, в данном случае, прошу прощения, вогнутый столбик незавершенный делаем. Накид на крючок и следующий вогнутый. И общая вершинка. Далее. Незавершенный вогнутый один и незавершенный вогнутый второй. И общая вершинка. И еще раз точно так же. Незавершенный вогнутый и незавершенный вогнутый. И общая вершинка. Далее мы вяжем 3 лицевых столбика. И по рисунку у нас с вами далее идут 3 изнаночных. Ой, прошу прощения, 7 изнаночных. И считаем 1. То есть вяжем все по узору. 2, 3, 4. 6 и 7. И напоминаю, что мы находимся на изнаночной стороне нашего узора и завершаем выполнение 6 ряда. Накид во вторую воздушную петелечку подъема и полустолбик. Завершили 6 ряд. Я делаю 2 воздушные петелечки подъема, разворачиваю на лицевую сторону и будем выполнять 7 ряд основного узора. Приступаем к выполнению. Выполняем 7 выпуклых столбиков. 3, 4, 5. 6 и 7. Далее 3 вогнутых, как по рисунку у нас с вами идет. 1, 2, 3. И опять же очень внимательно накид на крючок, вводим крючок под общую вершинку, выполняем незавершенный столбик выпуклый с одним накидом. Далее еще один точно такой же столбик. И далее еще один точно такой же столбик. И общая вершинка. Мы выполнили 3
выпуклых столбика с общей вершинкой, столбики с одним накидом. И далее по узорчику мы выполняем 3 вогнутых. Раз, два, три. Завершаем ряд полустолбиком во вторую воздушную. Мы выполнили с вами 7-й ряд основного узора, работали по лицевой стороне. Приступаем к выполнению 8-го ряда нашего узора. Я выполняю 2 воздушные петелечки подъема, работу разворачиваю. Обратите внимание, работаем по изнаночной стороне узора. 3 столбика. Раз, два, три. Выполнили. Далее над нашей общей вершинкой, вот она, мы выполняем 1, в нашем случае вогнутый или изнаночный столбик с накидом. И далее выполняем 3 выпуклых столбика. По рисунку. Раз, два, три. И далее 7 вогнутых. Опять же, все по рисунку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и последний 7-й столбик. Выполнили. Завершаем ряд полустолбиком, как и ранее. Напоминаю, мы завершили выполнение 8-го ряда нашего узора. Работали по изнаночной стороне. 2 воздушные петелечки подъема, работу разворачиваем. И будем выполнять следующий 9-й ряд нашего основного узора. Работать будем по лицевой стороне. Прежде чем продолжить, я хочу остановиться и сказать, что, смотрите, с этого ряда мы будем менять, здесь мы будем с вами над нашими столбиками вывязывать листик, над нашим листиком мы будем вывязывать выпуклые столбики. То есть, как в узоре шахматка, мы меняем местами листик и наши столбики. Я покажу это на примере, вот на примере готового узора. Поскольку листик и, в общем-то, столбики вывязываются абсолютно одинаково, я начну выполнение листика, покажу, и вы далее продолжите самостоятельно выполнение нашего раппорта в высоту. Напоминаю, 9-й ряд нашего раппорта в высоту или узора нашего, и работаем по лицевой стороне. Очень внимательно накидной крючок и выполняем 3 изнаночных столбика или вогнутых. Раз, два, три. Далее мы вяжем с вами 1 лицевой столбик, над которым у нас с вами будет расположен наш красивый маленький нежный листик. Выполнили. Далее 3. Раз, два, три. Вогнутых выполнили. И далее мы выполняем 7 выпуклых столбиков. То есть полностью выполняем, как мы выполняли с вами здесь. У нас будут идти выпуклые столбики. 7 штучек. Раз, два, три, четыре, пять,
6 и 7. И завершаем ряд полустолбиком нашу вторую воздушную петелечку. Вот вы видите, хорошо видно уже, то есть мы начали выполнение нашего листика. Напоминаю, мы работаем по лицевой стороне, точнее работали, и выполняли 9-й ряд основного узора. Далее 2 воздушные петелечки подъема, работу разворачиваем и будем выполнять 10-й ряд основного узора по изнаночной стороне. 7 вогнутых столбиков выполняем. Или изнаночных. Раз, их по-разному называют. Но все выпуклые вогнутые столбики называются рельефными. 3 обязательно считаем. Вообще вязание крючком всегда нужно считать. Крючок любит счет. 4, 5, 6 и 7. Выполнили. Далее мы выполняем 3 выпуклых столбика в нашем случае. 1, 2, 3. И над нашим столбиком вогнутым, как и в этом листике, то есть мы полностью вывязываем этот листик. Выполняем накидной крючок, вяжем первый вогнутый столбик, воздушная и еще один вогнутый столбик. Расслоилась ниточка, я повторю. Вот таким образом. Далее у нас 3 лицевые будут идти по рисунку. 1. То есть мы с вами это все абсолютно провязывали уже. Только, видите, в шахматном порядке начинаем выполнять. Накид на крючок. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку. Сейчас я ее найду. Вот она у меня. И я выполняю полустолбик. Работу разворачиваю, перед этим делаю 2 воздушные петелечки и перехожу на лицевую сторону. Буду выполнять 11 ряд. Далее вы будете выполнять все самостоятельно. То есть, если вы поняли принцип выполнения, вы видите, столбики у нас здесь с вами идут, а листик будет находиться здесь. Я тоже выполню самостоятельно, и мы обязательно с вами сверимся и посмотрим, что у нас с вами получилось. Мы с вами выполнили раппорт высоту. Напоминаю, что часть раппорта высоту вы довязали самостоятельно. И давайте теперь разберемся еще раз, точнее повторим. Раппорт высоту у нас с вами получился 16 рядов, 8 плюс 8. Раппорт в высоту 16 рядов, раппорт в ширину у нас с вами 14, в данном случае петелечек. Смотрите, еще на что я хочу обратить ваше внимание, на то, что наша шахматка состоит из таких вот сегментиков, да? В данном случае эти сегментики по 7 петель, 7, то есть вместе раппорт получается 14 петель в ширину. Вы можете, как я и говорила ранее в начале нашего урока, выполнить сегменты на любое количество, на любое нечетное, скажем так, количество. То есть вы можете выполнить сегмент в данном случае на 9 петель. Давайте посчитаем. Я, честно говоря, не помню. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 11 в данном случае. 11 и 11. И видите, наша шахматка получится
ну, такими квадратиками. В первом случае она получалась у нас прямоугольничками, в этом случае она получается квадратиками. И тогда раппорт в ширину будет 11 плюс 11. Это будет 22 петелечки. Раппорт в высоту у нас остается такой же. 8 плюс 8. То есть это 16 рядов. Опять же, хочу подчеркнуть очень интересный, в то же время простой, красивый узор, который подойдет для шарфа, для шапочки, для покрывала, для кардигана, то есть буквально для всего. Смотреться будет очень интересно, необычно и вяжется достаточно просто. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комменты. И, конечно же, следить за мной в соцсетях, на Фейсбуке, Инстаграме и так далее. Творческих вам успехов!